Во время президентства Виктора Андреевича Ющенко вы 5 лет были главой службы внешней разведки. И, как мне говорили, вы завезли в Украину удивительную какую-то аппаратуру, благодаря которой прослушивали чуть ли не спальню Путина. Это правда? Ну так в целом говорю, да. Скажите, пожалуйста, о чем Путин говорил в своей спальне, а главное, с кем? Тут такой момент. Я просто не могу расшифровывать какие-то конкретные разговоры, потому что они, конечно, чреваты тем расшифровкой наших возможностей и средств, потому что тут совмещение, я прямо скажу. Далеко не только технических средств, хотя это присутствовало, но и агентурных позиций. Ну, чтобы закрыть разговор со спальней Путина, Путин хоть в спальне молодец был? Этот вопрос нас не интересовал.